Еще одно короткое видео-комментарий хочу записать по поводу вчерашних событий. Итак, вчера, 5 октября, в среду, в день Иуда Искариотского, в день Меркурия в эзотерике оккультизме, в таком посредническом дне, скажем так, среда именно такой день, который только начинает и раскручивает все дальнейшие события, Владимир Владимирович Путин подписал указы о присоединении 4 территорий Украины к Российской Федерации. То есть завершился конституционный процесс присоединения новых земель к России. Когда такой документ подписывается в среду, это означает, что будут еще такие указы и подобного рода события. Очень хорошо, что Владимир Владимирович не подписал этот документ в тот же день, когда принял, значит, Совет Федерации эти территории, одобрил присоединение их к России. Вот если бы это во вторник было сделано, в тот же день, это имело бы трагические последствия, как для самой Украины, так и для России. А то, что это сделано было в среду, говорит о том, что процесс начался. Потому что все, что в среду начинается, имеет продолжение, поскольку это день, как я говорил уже в видео про мобилизацию, которая тоже была объявлена в среду, 21 сентября, в день Рождества Пресвятой Богородицы. Так вот, среда – это запятая или многоточие, после которого последует продолжение. И вот как последует продолжение вторая мобилизация и, вероятнее всего, третья, то же самое будет и с территориями Украины. Подписанный Владимир Владимирович Путиным в среду документ, указы о присоединении этих территорий к России, говорят о том, что это только начало, продолжение следует. Вот о чем я хотел сказать, чтобы не упустить эту дату. Значит, в моих планах в ближайшее время записать видео про Швейцарию, меня попросили, про Австралию, обязательно про Северную Корею, Соединенные Штаты Америки, Болгарию, и еще посмотрим, про какие другие страны. Может быть, скорее всего, про Австрию, и дальше я еще посмотрю. Так что впереди самое интересное. Всего вам доброго, ставим лайки, подписываемся, не прощаемся и распространяем видео. До встречи!